Поглазеть на эту грандиозную стройку собиралась вся Москва. Ровно отесанные каменные глыбы уходили к самым небесам. Дух захватывал от величия того, что вершилось прямо на глазах. Но чудо не случилось. Летней ночью почти достроенный собор внезапно обрушился. Первым на месте катастрофы оказался великий князь. Его мечта лежала перед ним в руинах, как кости на развороченном кладбище. Ему все надо было начинать заново. Отстроить и собор, и Кремль, и страну. Год 1440. Уже 15 лет идет изнурительная династическая война. Князь Василий II, внук Дмитрия Донского, сражается за власть. А тем временем огромное Великопермское княжество уже собирается стать отдельной державой. Поволжские княжества, измотанные татарскими набегами, склоняются в сторону Орды, а Новгород посматривает в сторону Великого княжества Литовского. И нет на московском престоле человека, который сумел бы удержать страну от распада. В тот год, зимой, в маленьком монастыре под Новгородом, блаженный инок Михаил, Христа ради юродивый, произнес смутное пророчество. «Днесь у великого князя на Москве радость. Родися великому князю сын, и будет наследник отцу своему, и разорит он обычаи нашей земли новгородской, и многим землям страшен будет». 22 января у великого князя Василия родился сын, которого нарекут Иоанном. Современники будут называть его Грозным, но со временем это прозвище перейдет его внуку, а сам он войдет в историю с именем Великий. Ивану было всего 5 лет, когда его отец, потерпев очередное поражение, попал в татарский плен. Он вскоре вернулся, обещав хану огромный выкуп, но Москва выступила против князя, опозорившего себя пленом. Василий был свергнут с престола, ослеплен и брошен в тюрьму в Дальнем Угличе. Теперь его именовали Василий Темный. Тяготы и заточение разделила с князем его семья. 6-летний Иван видел, как слепой и беспомощный отец сумел выбраться из бездны отчаяния, как он собрал союзников и, вопреки всему, вернул себе московский престол. Но Василию Темному нужен был помощник, и 8-летний княжич Иван был объявлен соправителем отца и великим князем. Детства у него не было. Ему приходилось всегда находиться рядом с отцом, быть его правой рукой, помощником и поводырем. В 12 лет он впервые возглавил войско и вернулся с победой из дальнего похода, а в 22 года после смерти отца стал полновластным правителем. Он зашел на престол спокойно и буднично. Заключил союзный договор с Тверским княжеством, купил у обедневшего ярославского князя права на его земли, на Рязанский престол посадил своего родственника и заключил союз с крымским ханом. К 27 годам Иван понял, что титул великого князя московского ему тесноват. Повысить статус помогла бы невеста из Европейского королевского дома. К этому времени князь Иван уже 2 года вдовел,
Его жена, молодая княгиня Мария Борисовна, умерла. Сразу после похорон по всей Европе были разосланы люди великого князя, которые должны были найти ему знатную невесту. И вот в Москву от папы Римского прибыло посольство с грамотой, в которой сообщалось. Есть в Риме у Фомы Ветхословца от царства Константинограда дочь именем Софья. Если захочешь взять ее в жены, то пришлем ее в твое государство. 20-летняя София Фоминишна принадлежала к византийской династии Палеологов и приходилась внучкой одному императору и племянницей другому. Но величие и могущество Византии были уже в прошлом. Империя пала, ее император погиб, когда турки взяли Константинополь. И Софии вместе с семьей пришлось бежать в Рим, где знатных беженцев приняли при дворе папы Павла II. Папский престол взял их под свою опеку. София с двумя младшими братьями вынуждена была перейти в католичество. Иван III догадывался, почему в его семейных делах такое активное участие принимает папа Римский. Принцесса София должна была стать проводником католического влияния на Руси. Греки же вели свою партию, надеясь, что московский князь, став наследником византийского престола, начнет с турками войну и вернет им престол. А князь Иван игру выстраивал по собственным правилам, просчитывал все до мелочей и умел выжидать. Он отправил в Рим своего посла, чтобы тот посмотрел на невесту. В Риме даже заказали портрет Софьи, одному из тех художников, кто через несколько лет будет расписывать Сикстинскую капеллу. Портрет привезли в Москву, но ответа не последовало. Иван взял долгую паузу. И лишь спустя 3 года он дал, наконец, свое согласие на брак. Для надежности папа Римский решил провести заочное обручение принцессы Софии по католическому обряду. Это была пышная и абсурдная церемония. Ввиду отсутствия жениха его роль исполнял глава московского посольства Иван Фрязин. Настал момент обменяться кольцами. И тут оказалось, что обручальных колец у посланника не имеется. Впрочем, это недоразумение замяли, и помолвку благополучно довели до завершения. Необъятная, непонятная северная страна. Ледяная Гиперборея. Софья была потрясена чудовищными размерами и малолюдностью владений своего будущего мужа. Редкие города были сплошь деревянные, а их жители в огромных шубах мрачно рассматривали нарядный пестрый обоз. Причиной раздражения русских был папский легат Антонио Бонумбре в своем пламенеющем среди снегов облачении с выносным латинским крестом, который он упрямо всю дорогу нес впереди процессии. За 15 верст до Москвы обоз встретил посланник великого князя, боярин Федор Хромой, и доходчиво попросил Бонумбре отдать крест. А спустя 2 месяца легата вежливо выдворят из страны. Этим и окончится запланированная папой католическая экспансия. Москва показалась Софье огромной деревней. Над морем деревянных домиков возвышалась изъеденная временем крепость. Бреши в стенах залатаны бревнами. А сверху сыплющее колючей крошкой низкое свинцовое небо. После мраморных дворцов и ярких красок Италии здесь, наверное, остается только умереть от тоски. На главной площади столицы вместо кафедрального собора их встречала маленькая деревянная часовня. Рядом стояла недостроенная каменная коробка, присыпанная снегом. София еще не успела прийти в себя, как ее повели в храм. Греческой царевне предстояло вернуться в лоно православия и тут же обвенчаться с великим князем. В тесной и душной часовне ее вдруг охватило умиротворение, давно забытое среди холодного мрамора римских базилик. Здесь, как в детстве, пахло ладаном и воском, мерцали в полутьме лики святых,
и священники в золотых ризах словно сошли со страниц греческих книг. Она как будто вернулась домой. Стоявший рядом у аналоя великий князь Иоанн, огромный, косматый и громогласный, буквально заполнял собой все пространство, не давая вздохнуть. Непонятный русский язык в его устах походил на медвежье рычание. Невеста, конечно, была знатной, но ничего более за душой не имела. Но ему большего и не нужно. Все остальное у него есть. А чего нет, то в скором времени будет. Среди ночи загудел набат. Пожар. Иван бросился на улицу. София только и успела увидеть, как он на ходу, отдавая приказания, скакал верхом прямо туда, где в черное небо бил столб огня. Как это возможно? Зачем государю самому лезть в огонь? Над Кремлем стояло кровавое зарево. Великий князь как безумный носился по городу. Его зычный голос перекрывал вопли и треск пламени, выводя людей из паники. И люди шли за ним в бой с огнем. Замирая от ужаса, София видела, как он бросался прямо в гущу пожара. Багром растаскивал горящие бревна. Великий князь яростно сражался за свой город. За свои дома. За своих людей. Он был здесь хозяином. Хозяином своей страны. Прежде София не выносила этой странной привычки русского князя во время беседы подходить слишком близко. Но теперь что-то само толкнуло ее к нему, грязному, обожженному и смертельно уставшему. София поняла, что он добьется любых своих целей. Он может все. И он ее муж. Кремль удалось отстоять. И строящийся Успенский собор в пожаре не пострадал. Это была грандиозная стройка, которая шла уже несколько лет. Вместо старого храма, маленького и ветхого, который 150 лет назад построил Иван Калита, задумано было возвести огромный собор по образцу Владимирского, но почти в два раза больше. Таких больших зданий на Руси очень давно не строили. Митрополит дал своих мастеров, опытных зодчих, построивших немало каменных церквей, и заверил князя, что они справятся. Но когда мастера уже выкладывали своды, собор внезапно обрушился. Это случилось ночью, и на стройке был только любопытный мальчишка, сын князя Федора Пестрова. Он успел перебежать с падающей северной стены на уцелевшую южную. И чудом спасся. Вызванные из Пскова каменщики осмотрели руины и сделали вывод, что строительный раствор не держит такие объемы. Однако сами строить собор не взялись. Мощь и размах белокаменных храмов Владимира остались в прошлом, по ту сторону монгольского нашествия. Но за 3-9 земель в Италии зодчие со сказочной легкостью возносили к небесам тяжелые своды дворцов и храмов. Почему бы им не сделать это и в Москве? Митрополит был против. Как можно, чтобы главный собор православной державы строили латинине, еретики? На этот раз князь Иван Владыку слушать не стал. В Италию отправился его посол Семен Толбузин с наказом нанять самого лучшего архитектора. Никто из итальянских архитекторов не соглашался ехать на край света, в дикую и непонятную Московию. И все же после долгих поисков и уговоров Толбузин нашел истинное сокровище. «Хитрости его ради Аристотелем зовется», – писал князю Толбузин. «И делал, говорит, церковь в Венеции святаго Марка, весьма чудную и хорошую. Да и ворота венецийские деланы, сказывает, им же, весьма хитры и хороши». Знаменитейший архитектор
долго сомневался и потребовал за свои услуги баснословную сумму – 10 рублей в месяц. Долбузин был счастлив. Взял же с собой Аристотель сына своего Андрея, да мальчика Петрушу зовут, и пошел на Русь. Пятидесятичетырехлетний Аристотель Фиораванти, как настоящий человек Ренессанса, умел все. Он был ювелиром, литейщиком, инженером, мог переставлять башни и выпрямлять колокольни. Однако ни одного здания, спроектированного Фиораванти, в Италии нет. В Венеции он лишь выпрямил покосившуюся колокольню церкви Сан-Анджело, которая спустя 4 дня обрушилась, и Аристотелю пришлось спешно покинуть город. Позже в Риме он был арестован по обвинению в чеканке фальшивой монеты. Ему удалось оправдаться, но от должности болонского архитектора его освободили. И в этот момент на него словно с неба свалилось предложение от московского князя. По дороге в Москву Аристотель не раз пожалел, что пошел на эту авантюру. Но вдруг на подходе к русской столице весенний воздух взорвался триумфальным звоном всех колоколов. Фиораванти был потрясен столь торжественным приветствием. На самом деле это был пасхальный благовест. Москва в то утро праздновала светлое Христово воскресенье. Осмотрев руины в Кремле, Фиораванти отправился изучать прообраз будущего храма – Владимирский Успенский собор. Проведя рукой по гладкой стене, итальянец уверенно заявил: «Наши строили». Он уже понял, что здесь ему нужно сделать невозможное, и пошел ва-банк. Вопреки воле заказчика восстановить и достроить собор, Аристотель снес остатки прежних стен, которые возводили до него 3 года. И начал с нуля создавать шедевр всей своей жизни. Он получил все необходимое – огромные средства, любые материалы, множество рабочих. Но, как назло, все лето шли проливные дожди. Аристотель остался один на один со своим раскисающим под русским дождем шедевром. А когда наступила осень, стройка и вовсе была заморожена. Итальянскому инженеру нашлась новая работа. Великий князь Иван начал большую новгородскую игру. Уже очень давно сначала Владимирские, а потом и московские князья пытались покорить богатую Новгородскую республику, но безуспешно. Независимый Новгород был последним препятствием на пути к объединению земель и созданию единого русского государства. К тому же обладал огромным экономическим потенциалом, который был так необходим Москве в ее борьбе с ордынцами. Господин Великий Новгород смог избежать монгольского разорения. Его обширные владения простирались от Балтийского моря до Урала и от Белого моря до Волги. Международная торговля и лесные промыслы приносили огромные прибыли. Новгородом управляла корпорация аристократов и богатейших купцов. Это была процветающая боярская республика. Лакомый кусок для двух соседей-гигантов, двух великих княжеств – московского и литовского. Столетиями Новгород мастерски лавировал, недвусмысленно давая понять Москве, что в любой момент может перейти под покровительство Литвы. Именно это Иван III решил использовать в своих интересах. Переговоры новгородской знати с литовским князем-католиком были объявлены изменой православию. И теперь московский князь, как защитник истинной веры, был просто обязан освободить Новгород из лап еретиков. В строгом соответствии с этой идеей была разыграна новгородская операция. Великий князь встал лагерем в 3 верстах от города. Москвичи под руководством Аристотеля Фиораванти начали наводить понтонный мост через Волхов. Новгород был взят в осаду и оказался под прицелом московских пушек, заранее отлитых все тем же Фиораванти. Хитроумный итальянец обеспечил Москву стратегическим вооружением.
Новгороду нечего было противопоставить этой лавине огня. Спустя 2 недели осады Новгород сдался. Он признал великого князя своим государем, что означало полную ликвидацию республики и ее административно-политической системы. Десятки новгородских бояр, обладатели огромных вотчин, оказались в темнице по обвинению в связях с Литвой, подтвердили свою измену Руси и православию и были казнены. Тысячи горожан с семьями князь Иван переселил в московские земли, а новгородские земли отошли в государеву казну. Иван III разделил их на поместья и раздал своим верным слугам. Поместье – участок казенной земли, который давался государем в личное владение на условиях военной службы. Размер поместья определялся таким образом, чтобы на доход с него владелец мог прокормиться и полностью экипироваться для похода. В отличие от обладателей вотчин, наследственных участков земли, помещики полностью зависели от воли государя. Поместная система станет мощным инструментом укрепления вертикали власти и на века определит экономическое и политическое развитие России. Великий князь вернулся в Москву победителем. Ферованти приехал намного раньше, готовить следующий триумф великого князя. 12 августа 1479 года вся Москва устремилась в Кремль, где будут освящать новый Успенский собор. Никто еще его не видел. Только громада строительных лесов высилась над городом. С грохотом обвалились доски настилов, и едва села пыль, толпа ахнула. Никто и никогда еще не видел подобного. «Быть же та церковь, — записал летописец, — чудно вельми величеством и высотою, светлостью и звонностью и пространством. Такого же прежде не бывало в Руси, яко един камень». Успенский собор Московского Кремля строился в смешанной технике. Стены из тесанных блоков белого камня, своды и барабаны глав из особо прочного кирпича, что значительно облегчало нагрузку верхних частей здания на стены и опоры. Само здание возводилось все в кружало да в правило, то есть с помощью циркуля и линейки на основе точных расчетов. Применение новых технических средств и инженерных решений позволяло увеличить внутренний объем храма. Тонкие круглые столпы не загромождали и не разделяли пространство, создавая впечатление огромного дворцового зала. Аристотель Фиораванти, который приписывал себе строительство Венеции, хотя и слыл в Италии инженером и ювелиром, кем угодно, но только не архитектором, этот самый Фиораванти в далекой северной стране создал настоящий шедевр. А для Ивана III Успенский собор стал своеобразным манифестом, воплотив идею будущего государства – единство, мощь и размах. Великий князь семимильными шагами шел к осуществлению своих грандиозных планов. В середине лета в Москву пришли дурные вести. Хан Большой Орды Ахмат с бесчисленным войском выступил в поход на Русь, взыскать с московского князя недоимки за 8 лет. Ахмат шел медленно. Он выжидал, когда ему на помощь двинется его союзник Казимир, великий князь литовский и король польский. В сентябре стало известно, Орда перешла Оку южнее Калуги, на литовской территории. Старший сын князя, 22-летний Иван Молодой, спешно отправился на русско-литовскую границу и успел туда раньше татар. Московские пушки взяли под прицел все броды пограничной реки Угры. А Иван III, оставив войска, вернулся в Москву. Русь была в кольце врагов, и выхода из этой петли не было. Впервые в жизни великий князь не знал, что делать. Бояре-советники говорили: «Беги, государь, и отец твой бегал, и дед, и даже прадед, сам Дмитрий Донской. Государь не должен погибнуть, он светоч, он опора, на нем все держится». Но едва подъехав к Москве, государь, светоч и опора,
попал в плотную хватку разъяренной толпы. Если татары прорвут заслон на Угре, Москве конец. А князь вместо того, чтобы стоять насмерть, бросил войска и бежал. Люди выкрикивали Ивану в лицо упреки и оскорбления, и ему нечего было им ответить. С огромным трудом он пробился в Кремль. Там его тоже ждали. Ростовский владыка Воссиан с трудом сдерживался. «Не великий князь ты, чадо, но бегун. Вся кровь на тебя падет христианская, что ты, выдав их татарам, сам бежишь прочь. Смерти боишься? Тогда дай мне, старику, воинов, и я пойду на татар». А мать молчала, и тяжелый взгляд ее жег князя расплавленным свинцом. Ивану сказать было нечего. Ему нужно было все обдумать, просчитать и взвесить. Но только времени на это не было. На Угру поскакал гонец с приказом великого князя сыну срочно вернуться в Москву. Но Иван молодой категорически отказался оставить свое войско. Юношеский героизм никак не вписывался в схему великого князя. Пришлось пересчитывать все заново и действовать иначе. И вот тут пригодилась давняя заготовка. Крымский хан, с которым Иван III много лет назад заключил договор, согласился отправить своих полководцев в поход на земли короля Казимира. И этим вывел его из игры. Теперь война Москвы и Орды шла один на один. Огонь из пушек и пищалей наносил тяжелый урон ордынцам, когда они пытались форсировать реку, разделяющую войска. Ахмат взял паузу. И тогда свой ход сделал Иван III. Он направил к хану своих послов для переговоров. Ахмат надменно требовал, чтобы Иван сам ехал к нему на поклон, как прежде делали русские князья. В ответ московские послы плели витиеватые уклончивые речи, и вскоре хан стал догадываться, что великий князь просто тянет время. «Зима близко», — передал Ахмат через посла. «Реки станут, много дорог будет на Русь». А между тем московская разведка доносила: татары измотаны и совершенно не готовы к зиме. Пока Ахмат сидел на Угре, русский отряд по приказу Ивана III успел пройти на ладьях вниз по Волге и хорошо пограбить беззащитный сарай, столицу Большой Орды. 26 октября ударили первые морозы. Угра замерзла. Исчезло последнее препятствие на пути Орды. 9 ноября хан Ахмат поднял Орду. Но вместо того, чтобы переправиться через Угру, развернулся и ушел обратно в степь. Никто не мог понять, почему. Сыграл ли свою роль набег на сарай, или Ахмат понял, что его ободранные, обмороженные воины вот-вот взбунтуются. Еще полтора месяца Иван ожидал подвоха, ловушки, обманного маневра. Но Орда так и не вернулась. Никогда. Стоянием на реке Угре окончилась монголо-татарская ига, продлившаяся более 240 лет. Большая Волжская Орда прекратила свое существование в 1502 году. Казанское и Астраханское ханства будут присоединены к России при Иване Грозном. Сибирское – при его сыне Федоре Иоанновиче. Дольше всех просуществует Крымское ханство – с 1475 года, находившийся в вассальной зависимости от турецкого султана. На протяжении трех столетий крымские татары будут хозяйничать в диком поле южнее Курска, совершать набеги и брать дань с русских царей. Крым войдет в состав Российской империи только в 1783 году, при Екатерине II. Сбылись чаяния многих поколений. Русь получила свободу. Ордынская ига осыпалась пеплом, и во всю мощь развернулась сила и слава независимого русского государства. Спустя 5 лет после Угры великий князь начал в своей столице грандиозную стройку. Предстояло заново отстроить весь Кремль – башни, стены, храмы и дворцы. И сделать это, по мнению Ивана III, могли только итальянцы.
лучшие архитекторы Европы. Давний соратник Фиораванти составил генеральный план фортификационных сооружений Кремля. Но архитектон был уже стар и вымотан на московской службе. Теперь требовались новые мастера. Зодчего Антонио Джеларди, по-московски Антона Фрязина, великий князь помнил еще мальчишкой. 16 лет назад он приехал в составе римского посольства, да так и прижился. Из Милана за большие деньги выписали палатных дел мастера Марко Руффо. Еще обещал приехать знаменитый архитектор Пьетро Антонио Салари, когда закончит работы у миланского герцога. А задачу великий князь поставил такую: чтобы крепость ее никакому войску не взять, и чтобы глаз от нее отвести невозможно, и чтобы каждый, кто видит ее, нутром бы чуял, сколь мощна, нерушима и священна держава под его, великого государя, властью. Кремлевская крепость возводилась по последнему слову европейской фортификации в расчете на противостояние тяжелой осадной артиллерии. Общая протяженность стен – 2235 метров, толщина – до 4,5 метров, высота на разных участках – от 5 до 19 метров. Стены оснащены бойницами и внутристенными переходами. 20 мощных башен оборудованы средствами защиты – отводные стрельницы, потайные колодцы, акустические камеры для обнаружения подкопа. Площадь Кремля – 28 гектаров. За его стенами могло найти защиту все население города. Кремлевская крепость долгое время являлась одной из самых мощных в Европе и никогда не была взята штурмом. Став в 15 веке политическим и сакральным центром страны, ее символом, московский Кремль остается таковым до сих пор. На 10 лет Кремль стал огромной стройплощадкой. Разбирались старые сооружения, и на их месте тут же возводились новые. И это была его отрада, его страсть наблюдать, как из хаоса обломков, каменной пыли, скрипа и грохота рождается мечта, до поры сокрытая дощатыми лесами. Разве не так он строил свою страну? По точным расчетам, осторожно, и все это почти незаметно для посторонних. На 6-й год великой стройки Пьетро Антонио Салари с гордостью показал князю главную парадную часть княжеского дворца – белоснежную грановитую палату. Внутри сводчатый зал русских теремов, снаружи граненые камни, как у итальянских палаццо. Вот так же, как будто из-под строительных лесов, неожиданно для всей Европы, вместо глухой северной страны, полудикой, полунищей, зависимой от татар, вдруг возникла держава, с которой теперь приходилось считаться даже Священной Римской империей. Не Московская Русь и не Московия, как ее пренебрежительно называли ревнивые литовцы, но Россия. В дипломатической переписке с соседями Иван III именовался самодержцем. Так на русский язык перевели слово «автократор» – титул византийских императоров. На смену патриархальному быту московских князей пришел сложный церемониал, разработанный по византийскому образцу при помощи греков из окружения княгини Софьи. Посол императора Фридриха III Габсбурга торжественно передал русскому князю предложение принять королевский титул. Но Иван Васильевич отказался от столь высокой чести. Теперь он именовался просто Иоанн. Государь всея Руси, и великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Пермский, и Югорский, и Болгарский, и иных земель. По своей территории Россия почти не уступала Священной Римской империи. Потому в знак равенства с императором Запада русский государь велел разместить на своей печати двуглавого орла. Это была родовая эмблема византийской династии Палеологов, которой его жена София принадлежала по праву рождения, а сам Иван – по праву супружества. Так появился официальный символ русского царства, который станет государственным гербом Российской империи,
будет отменен после революции и возродится вновь в современной России. Российскому государству нужна была единая система управления. Основу армии теперь составляли государевы служилые люди. Воеводы назначались великим князем. Текущими делами войска, казны, дворца, посольств занимались чиновники, дьяки и подьячие. Важные государственные дела Иван III решал вместе с Боярской думой. Доверенных бояр он назначал в новые земли наместниками, которые были администраторами, воеводами и судьями в одном лице. Чтобы исключить противоречия в местных правовых нормах, Иван III распорядился собрать все существующие законы и установления и разработать единый для всей страны кодекс. В сентябре 1497 года, после нескольких обсуждений, согласований в Боярской думе и личной правки Ивана III, новый свод законов, называемый «судебник», был утвержден государем и принят к обязательному использованию по всей стране. Судебник регламентировал систему судопроизводства. Самосуд был запрещен. Истец и ответчик защищали свои интересы с привлечением свидетелей, приносящих присягу. Крестное целование. Судья выполнял роль арбитра и выносил решение. В сложных случаях допускался поединок между истцом и ответчиком. В присутствии официальных лиц с применением любого оружия, кроме лука и пищали. Приговор определялся исходом поединка. Женщины, старики, инвалиды могли нанять профессионального бойца. Тогда и другая сторона прибегала к услугам профессионала. В случае тяжких преступлений – вооруженный грабеж, убийство, а также государственная измена – при допросах разрешалось применять пытку. Судебник Ивана III гласил: «Взяток от суда не брать никому. А кто придет к боярину с жалобой, ему жалующихся не отсылать, а давать всем управу во всем, кому надлежит». Главными принципами суда провозглашались его неподкупность и доступность для всех категорий населения, в том числе зависимых. Сам великий князь оставался над законами, и все подданные, включая самых знатных бояр, обязаны были беспрекословно подчиняться ему. Иван III взял от императорской Византии понимание верховной власти – безусловной, самодержавной, неограниченной ничем. А ведь было время, государь сам в походы ходил, сам пожары тушил, разметывая горящие головни, сам слушал жалобы новгородцев до одурения. Аристотель тогда не мог разуметь, зачем, а потом понял и гордился. Для какого-нибудь венецианского дожа немыслимо было вот так вот вскарабкаться на леса, сидеть запросто с архитектором, свесив ноги, и беседовать по душам. Теперь уже князю никуда не влезть. Отяжелел. От шагов его брякает серебряная посуда, а челядь вжимается в стены. И беседовать ему теперь не с кем. Все его боятся. Все. Аристотель на старости лет тоже струсил и собрался было домой, в Болонью. Да куда там? Был посажен под замок, как пес. Знай себе цену, архитектон. Видно, судьба тебе тут помереть. А князь и не вспомнит. Австрийский дипломат барон Сигизмунд Герберштейн писал о государе Иване III. Для бедных и угнетенных доступ к нему был прекращен. Во время обеда он до такой степени предавался опьянению, что его одолевал сон. Причем все приглашенные были поражены страхом и молчали. Он никогда не бывал в сражении и всегда одерживал победу. Великий Стефан Молдавский говорил:
что пока сам он, ежедневно сражаясь, едва в состоянии защитить свои границы, Иоанн, сидя дома и предаваясь сну, умножает свою державу. В результате необъявленной войны с Великим княжеством Литовским, которая завершилась большими походами Москвы на запад, к России отошли пограничные земли и Вязьма. Следующая война велась уже более значительными силами. Войска Ивана III нанесли сокрушительное поражение войскам великого князя Литовского, и в результате к России отошла треть территории Литвы с городами Чернигов, Новгород-Северский, Гомель, Брянск, Дорогобуж и другими. Его непреклонная воля железными обручами скрепляла необъятные земли России. Но в его собственной семье порядка не было. Отношения между его сыном Иваном Молодым и Софьей не сложились. Да и за что княгине было любить своего пасынка? Этот мальчишка навсегда перекрыл дорогу к власти ее сыну Василию, потомку палеологов. Одно время была у нее надежда. Может быть, сгинет наследник в битве с татарами и освободит место. Но не сложилось. Иван Молодой вернулся с победой, женился на молдавской княжне Елене Волошанке, и та родила ему сына Дмитрия. Великий князь Иван Васильевич благоволил молодым и по-стариковски умилялся первому внуку, черноглазому и улыбчивому Митюше. Софья с трудом скрывала свое раздражение. Но держать лицо отпрыски дома палеологов умели с раннего детства. Однажды итальянский лекарь обратил внимание, что князь Иван Молодой страдает от боли в ногах, и предложил свои услуги. В ходе лечения состояние больного резко ухудшилось, и вскоре он умер. Лекаря казнили. Расследования не было, несмотря на упорные слухи о том, что лекарь подослан княгиней Софьей. Казалось, государь Иван Васильевич под старость утратил свою хватку. Московская знать в ожидании его скорой кончины уже разбивалась на две партии. Одни за старую княгиню Софью с сыном Василием, другие за молодую вдову Елену с сыном Дмитрием. Однако Иван III умирать не собирался. Он сделал свой выбор в пользу внука Дмитрия. И тогда княгиня Софья пошла ва-банк. Составился боярский заговор, целью которого было возвести на престол ее сына Василия. Заговор был раскрыт, и все его участники арестованы. Василий оказался под домашним арестом, Софья в опале. Следствие выяснило, что через лихих баб она якобы раздобыла яд и собиралась отравить Дмитрия, а может быть, и самого государя. 4 февраля 1498 года в Успенском соборе состоялась первая в русской истории церемония венчания на царство, разработанная по византийскому образцу. Митрополит возложил шапку мономаха, древний символ власти московских князей, на голову 14-летнего Дмитрия Ивановича. Иван III торжественно передал внуку семейные реликвии. Но спустя год Иван III вдруг пересмотрел свой выбор. Он простил сына Василия и не только дал ему во княжение Псков с Новгородом, но и нарек его государем, великим князем. Теперь в стране было сразу три великих князя – отец, сын и внук. А это – прямая дорога к смуте. Правитель должен быть один. И кого бы Иван ни выбрал, сына Ваську, который старательно отращивает первую бородку, или внука, глазастого Митюшу, другого он обречет на гибель. Иван Васильевич думал 3 года. А потом, как записал автор устюжской летописи, посадил сына своего Василия Ивановича на великое княжение, а внука своего, князя Дмитрия Ивановича, посадил в камень и железо на него положил.
Весной 1503 года умерла великая княгиня Софья. Она прожила с Иваном III больше 30 лет, родила ему 5 сыновей и 7 дочерей. И все-таки добилась того, чтобы русский престол остался за ее сыном, потомком палеологов. Овдовевший князь Иван Васильевич поехал с сыновьями на богомолье в Троицкий монастырь. А по возвращении в Москву с ним случился удар и частичный паралич. Отнял руку, ногу и глаз. В таком состоянии он управлял державой и вел войны еще 1.5 года. Иван Васильевич умирал. За окнами плыл колокольный звон. Был праздник святого мученика Дмитрия Солунского. Именины внука Митюши, уже 3 года запертого в сыром подвале кремлевской тюрьмы. Перед смертью великий князь призвал внука Дмитрия и сказал ему: «Дорогой внук, я согрешил перед Богом и тобою, заключив тебя в темницу. Молю тебя, отпусти мне обиду. Будь свободен и пользуйся своими правами». Растроганный этой речью, Дмитрий охотно простил деду его вину. Но когда он вышел от него, то был схвачен по приказу своего дяди Василия и брошен в темницу. Одни полагают, что он погиб от голода и холода, другие, что задохнулся от дыма. Иван Васильевич об этом уже не узнал. Перед самой кончиной митрополит соборовал его и хотел готовить по древнему обычаю к принятию иноческого пострига. Но князь отказался. К чему пытаться обмануть всеведущего Господа, который будет судить раба своего Иоанна не по остриженным волосам и черным одеждам, а по совершенным делам? Иван III оставил своему наследнику страну в несколько раз больше той, что когда-то унаследовал сам. Первый самодержец русской истории, он диктовал свою волю всем, а тех, кто вставал у него на пути, уничтожал без милости и без сожаления. Первый за 220 лет князь, который никогда не ездил в Орду за подтверждением своих полномочий и свой титул великого князя носил без ханского ярлыка. Избавив Россию от Орды, он создал между Европой и Азией мощное государство. Того, что он успел, хватило бы на несколько человеческих жизней, а то, что задумал, составит основное содержание русской истории на ближайшие 200 лет. В полной мере грандиозный замысел Ивана Великого сумеет воплотить только следующий правитель с именем Великий – Петр I, создатель Российской империи.